Всем привет! Вы уже посмотрели на мой маникюр, на то, как я ходила в кафе поработать и позаниматься своими делами, пока к мужу приходили клиенты. Посмотрели на мое утро, как я собиралась, красилась. А поговорить я бы хотела именно об уходе за собой перед Новым годом. Вот взять, например, те же ногти. Я бы не была против салонного маникюра и вообще салонов красоты, если бы там девчонки не портили свое, не портили то, что дано от природы. При любом гель-лаке стирается полностью покрытие ногтевое верхнее, ноготь травмируется. При окраске волос то же самое. Про наращивание ресниц вообще молчу. Все это окутано рекламой, пропагандирующей, что мы сэкономим время утром, будем шикарно всегда выглядеть, будем ухоженными. Вы и так ухоженные. Нам по 20-30 лет, это и так молодость. Зачем вот эта искусственная псевдокрасота? И желание выглядеть дорого я тоже не понимаю. Какой в этом смысл, если нет ни вкуса, ни стиля, если не умеешь подавать себя, если стесняешься себя? Какой смысл в нарощенных ресницах, если, когда смеешься, закрываешь зубы? Или если дома пустой холодильник? Накрасив ногти, я потратила 15 минут, а тратить 2 часа на какую-то процедуру я лучше книгу почитаю. Но дело еще в том, что перед Новым годом в салоны идут практически все, даже те, кто никогда не ходил до этого. Потому что это ведь Новый год, это праздник, нужно привести себя в порядок. Но это все навязано американскими фильмами. Посмотрите на советских людей в советском кино. Перед Новым годом ты должен быть умытый, опрятный и трезвый. С нарядами и украшениями та же история. Обязательно купить на праздник что-то новое. По мне, так гораздо логичнее перебрать весь свой гардероб. Явно что-то завалялось, то, о чем вы забыли, то, что очень красивое, но по какой-то причине вы не надеваете. И у каждой девушки уж точно есть наряд, который для особого случая. Вот он особый случай. Не нужно для этого идти в масс-маркеты. И тем более наобум заказывать какую-то ерунду из Инстаграма. Кто придумал, что одно платье нельзя надеть дважды? Кто придумал, что нельзя разнообразить обычные вещи необычным украшением или простой мишурой? Сережки могут сделать любой образ уникальным. Подвеска. У вас наверняка дома есть шкатулка с украшениями. Прежде чем что-то где-то покупать, просто залезьте в нее, просто посмотрите, чем вы уже обладаете. Потому что это праздник. Это Новый год, а не новая трата денег на ненужные вещи. На всякий случай я захотела себя прервать и отдельно сказать, что это мое мнение, и я могу осуждать потребительство, потому что я действительно против капитализма, против всех тенденций нашего общества, но я не хочу никого обидеть. И если это ваш осознанный выбор, эти салоны, эти покупки, если вы самодостаточный человек, который не пытается этим самоутвердиться, у которого есть на это средства, есть желание, то для вас мои слова будут просто мнением, неважным для вас. Мне хочется достучаться до тех, кто почему-то решил, что это обязательно нужно, что нельзя ходить без маникюров, без ресниц, что на Новый год должен быть новый наряд, новое платье, все должно быть дорогое и так далее. Вот этим людям, которые считают, что по-другому нельзя, мне хочется дать ответ: можно.
кафе я взяла с собой мандаринку, заказала безалкогольный глинтвейн и смотрела фильм «Эльф», между прочим, 2003 года с Уиллом Ферреллом. Мне кажется, он очень смешным, Уилл Феррелл, поэтому я люблю все фильмы с ним. А сейчас, наверное, посмотрю новую рождественскую сказку с Биллом Мюрреем. Тоже у него есть два фильма точно про Рождество. Билла Мюррея обожаю. Осталось 2 недели. Всем праздничного настроения. Спасибо, что смотрели. Пока.